Попытка номер два. Я в том же месте, на том же канале, где я вчера пытался скормить рыбок, щуки. Неудачно, неуспешно. Но, как вы все видели, и как я увидел это дома, я не видел это, когда я снимал, щука там была, но она отказалась брать этих рыбок. Сегодня я приехал пораньше, потому что я хочу поснимать еще приманки под водой. Я покажу это в отдельном видео. Но я привез тех же рыбок, и я хочу попробовать снова скормить той же щуки. Ночью был мороз, и часть канала даже замерзла. Вот сзади меня участок, и там были места, пока я ехал, канал полностью замерз. Ну, не знаю, обычно это влияет нехорошо на щуку. Она становится совсем заторможенная, очень слабо двигается, мало двигается, стоит где-то на дне или в камышах. Ну, посмотрим. Я попробую. Что будет, то будет. Канал очень быстро промерзает, мгновенно. Стоит чуть-чуть мороза ударить ночью, и все. Потому что он мелководный. Лед на дороге, и земля в тени тоже не размерзлась. Это значит, что вода очень холодная. Лошади стоят понурые в своих одеялах. Отогреваются после холодной ночи. Вот те же рыбки. Я их положил в лед. Вон они. Так что они такого же качества. Тот же канал. Показывать подробно не буду где. Попытка номер два. Посмотрим, что щука сегодня скажет. Маленьких рыбок щука не взяла. Что происходило под водой, я не знаю. Но вы это видели. Я увижу только дома. Я решил попробовать скумбрию. Посмотрим, что будет со скумбрией. А потом я еще поснимаю, пока солнце, поснимаю приманки под водой. Как я сказал, вы их увидите. И попробую еще раз с мертвыми рыбками ближе к вечеру.
Ничего, щука рыбку не взяла, ни ту, ни эту. Вот уже из скумбрии кишки скоро вылезет. Надо это быстрее скамбрить. В общем, я сейчас поснимаю приманки. Как я сказал, я покажу это вам попозже. Рыбок я еще раз попробую примерно через час-полтора, когда солнце сядет ниже или почти совсем сядет. Я попробую еще раз. Дам щуке еще один шанс. Последний шанс. Сегодня. Вот и вечер снова. Я не успел все доснять. Придется еще раз приехать. Но надо побыстрее попробовать еще раз рыбок. И домой сегодня. Всего лишь 4 часа, уже как темно. 4, да, 4 часа. Рыбки целы, в порядке. Лед даже не растаял, никто их не съел. Я снимал здесь рядом. Собаки гуляли, но они не стали рыбу есть. Попробую эти снова маленькие. У меня на них надежды больше. Последние метры остались. Земля уже подмерзает. Вечер. Не взяла. Я, конечно, не видел еще, что там происходило под водой. Приплыла она посмотреть, не приплыла. Но вы уже видели. Потому что это все идет с задержкой. Но вот сейчас сами думайте, дура ли щука или она умная. На мой взгляд, щука очень умная рыба. Ее дурой делает только голод. Когда у нее жор, или когда она давно не ела. А когда у нее жора нету, вот опять красивый закат, она очень осторожная. Я думаю, что через несколько дней я этих рыбок скормлю этой же щуке. Вот именно этой же. Она здесь. Но ей нужно время, чтобы забыть, проголодаться и стать менее осторожной. На сегодня пока все.